Неаполь. Какой? Неаполь. Наполи. А это где? Италия. Так а почему Россия тогда горит? Почему? А, под ИПНом, что ли? Ну да. Ну давайте, может, вопрос какой-то зададите. А вы откуда? Интересно. А вы... Харьковская вот. Я даже область. Не знаю, область. Я вообще родом из Молдавии. Вот скажите, после того, как вас, я не знаю, или вы вынудили, или вас вынудили, или у вас получилось подписание Европейской ассоциации, как вы думаете, я правильно сделали? Ну, ваша жизнь. Конечно, после, правильно. После. А, то есть вас устраивает, да, то, что происходит? Ну, как меняется ваша жизнь? Ну, просто... Просто все страны, которые подписали европейскую интеграцию, это Варшавский договор, они живут лучше России. Вот мы Молдавию подписали. Мы живем вообще. Не-не-не, у вас, во-первых, военный конфликт с Россией. У вас до сих пор еще нет. У вас территориальный спор. А почему здесь Россия? Молдавия, Россия. Потому что Приднестровье, знаете, есть такая республика. Ну вы что, правда есть? Ну вы еще не в Евросоюзе, понимаете? Хорошо, а кто еще подписал? Грузия подписала, они лучше Россию? Грузия то же самое, она там военный конфликт с Россией. Ну а кто еще с подписанными вот такими евроассоциациями? Варшавский договор. Кого вы еще? Варшавский договор. Ну кто? Не, а те, кто вошел в Европу, Венгрия, они не... Болгария, они Югославия, не... они уже вошли, бывшие. Они вошли в Европу уже. Ну Югославия какая? Да. Югославия? Какая Югославия? Вся Югославия целиком в Евросоюзе. А что такое Югославия? Ну, это 7 стран, или сколько там, 8, не знаю. Которых разделили Баню, взяли пропуски. А перед этим отбомбили так по-взрослому, да? Ну, так в России тоже была война, погибло там Россия сколько, чеченцев одних 300 я тысяч. Я вас не про Россию спрашиваю, я вас спрашиваю про... Когда совок развалился, погибли сотни тысяч людей. При разделе территорий погибли сотни тысяч людей. Югославия, были военные конфликты. Понимаете? Югославия тоже была Советским Союзом? Это был Варшавский договор. Оккупированная территория Советским Союзом. Это была оккупированная территория. А, подождите, Садко. По вашей логике было два противостояния. НАТО и Варшавский договор. То есть Варшавский договор, да, вы считаете, это оккупация, а НАТО это что? НАТО это добровольное присоединение, там нет принуждения, насилия, там свобода, там демократия. Вы знаете, что такое демократия? Основные принципы демократии. Вы успели так насрать голову? Скажи мне, родной. Я говорю, что ты? Ой, бля, какой ты страшный, господи, что ты уже готовишься к войне? Нет коронавирусу. Сейчас живем, уехали, война надоела по бомбоубежищам бегать с детьми, ну, честно а как, вам скажу. Как вы, вот, ну, действительно, вот мне интересно, да, вот вы переехали с Луганского на Украину, как вас встретили, как вы вообще там, нормально? Как отношения? Ну, у меня жена тут в Украине, я сюда, мы ездили с 95-го года, когда была, ну, Украина, то есть, ну, как вам сказать, то есть, ну, приняли хорошо. Приняли хорошо, никому не верьте, что вам там рассказывают, да. Приехали, вот живем, да. Ну, конечно, что не дома опять, что не дома, да. Тоска за домом. Слушай, а вот из-за чего у вас там... Я вот, почему у нас в Приднестровье началось, да, я помню. А из-за чего у вас началось вот эта вот бойня там в Луганске? Ну, мне кажется, это отвод от Крыма глаз. Началась война. Мне кажется, ну, это мое мнение. Я вообще не политический человек. Ну, мне кажется, это отвод от Крыма глаз, ну, понимаете, мне так кажется, что если бы не началась там война, то есть бы Украина начала бы с Крымом воевать, мне так кажется. Украина бы начала с Крыма воевать, смеешься? Ну, не с Крымом, когда туда россияне зашли, с Россией воевать начали. С
Смеешься, что ли? Мне кажется, это было просто отвод глаз. Ты смеешься, что они начали бы воевать с Россией? Серьезно думаешь, что они бы с Россией начали воевать? В 2014 году, конечно, в 14 бы никто не начал, но на данный момент, я думаю, сейчас армия в Украине уже отличная. То есть сейчас уже отпор могут дать России. Серьезно? Вот видите, я вас рассмешил. Ага. Ну ты серьезно думаешь, что сейчас на российскую армию кто-то полезет? А, там на оружие. А что же они дальше не идут? Ядерная держава. Ну и что? Ядерное оружие, чтобы использовать. А у меня друг тут вот сидит. Да, что такое использовать ядерное оружие? Ядерная держава. Там стрельнула, ее с танцами задавили. Ты серьезно думаешь, что... Ну, взрослая женщина, о чем я говорю? Ты серьезно думаешь, что кто-то будет воевать с ядерной державой? Они вон Северную Корею трогать боятся, потому что у них там есть какая-то пушка. Ядерная держава. Я не спорю, ядерная держава. Они на Корею, на Северную не лезут, потому что там есть ядерные какие-то боеголовки. Что ты думаешь, кто-то на Россию полезет, или ваши полезут, или кто-то полезет на Россию, у которой есть ядерное оружие? Ты че? Тем более сейчас это еще... О, Россия! Дали там херу маму ракет всяких, вы, блядь, ты серьезно думаешь, что кто-то полезет на Россию? Не смеши меня. На России никто лезть не будет. Россия надо, чтобы собрала свои манатки и въебала до себя в Россию, чтобы надо, чтобы Россия. Никто на нее лезть не собирается. Но если Россия, если начнет дальше лезть, то она по соплям получит. Просто да, вот о чем речь. Понимаете, что я говорю? Ты что бредишь? Ядерная держава будет получать по соплям. Ну, чтобы использовать ядерное... Мы, ядерное оружие, это у вас это от советского, услышите меня, ядерное оружие, это у вас от советского, у вас что, блядь, от этого ебаного, блядь, совка, что ядерное оружие, у нас ядерное оружие, засуньте его в сраку, сейчас, чтобы использовать ядерное оружие, никто ядерное оружие сейчас, это не модно, никто ядерное оружие сейчас, в данный момент, нигде, блядь, не использует. Но на ядерные державы никто не суется. Я тебе говорю, даже на Северную Корею никто не лезет, потому что там есть ядерное оружие. О чем ты говоришь? Правильно, потому что Северная Корея никуда не лезет. А ваша, блядь, Россия кругом сует свой нос. Так она за Россию, блядь, жопу рвет, блядь. Ваша Россия сует свой нос, куда собака хуй не сунет. Вот в чем смысл, понимаешь? За вашу Россию, блядь, ядерное оружие. Это вы, блядь, вот услышите, смотрите, блядь, на 9 мая, что он вам там тягает, этот долбоёб. Там, блядь, больше надувного оружия у вашего Путина. Он там все просрал, блядь. Ты сама лично видела это, блядь, ядерное оружие? Скажи честно. Ты его сама хоть раз в глаза видела, блядь? Слушай, я и ток электричества никогда не видела, но я не сую пальцы в розетку, знаешь, что ты? Вот я ток тоже, электричество тоже не видно, но я, блядь, суть не сую туда пальцы. Ну, это понятно. Да, его, блядь, никто не видел. Ни ты, ни я его не видел, блядь. И то ядерное оружие у России, его хуй кто видел, блядь. Тоже из Луганска. Блядь, взрослые люди, блядь. Сейчас, дами просто правильно, сейчас никто ядерным оружием, блядь, не воюет. Это сейчас не модно, блядь. И никто не воюет. Сейчас, блядь, коронавирусы, блядь, думают. Сейчас, нахуй, блядь, санкции, хуянцы. Никто не воюет, нигде. Вот сейчас по всему миру, блядь, идут сейчас войны, блядь. Ты хоть раз где-то видела, что кто-то, блядь, по ком-то стрелял, блядь, ядерным оружием? Я понял. Вот ты как трандачиха, ей-богу, говорю. Ты тоже из Луганска приехал? Да, я уехал из Луганска, да. Поэтому ты такой боевой, блядь. Да, я потому такой боевой. Потому что ссышь, да? Ну ты взрослая баба, потому блядь. Ссышь, ты подумай, да? Своей головой. Ссышь, ты где? Нам в Украине сказать что-нибудь против, ну, против политики партии, да? Ссышь. Не, ссышь, я ничего не ссу в Украине, да, тебе сказать. Ты, это вы там ссыте, блядь. И оправдываешь эту агрессию против своих, да? Вот как вас там бомбят, ваших там в Луганске, да? Ты считаешь, что нормально? Кто бомбит? Никто не бомбит. Ты нахуй ты рассказываешь, блядь? Никто это такие бомбит, вы, блядь, умные, никто, сука. Никто не бомбит, ядерного оружия нет, все надувное, блядь. А ты дебил, все, иди нахер, блядь, придурок. Я не могу, я не выдержала, честно, блядь. Вот как, вот он, понимаешь, он сейчас святей Папы Римского, вот он такой. А, черт, блядь. Не видели ядерного оружия, значит, его нет. Все, можно идти на Россию. Вот что им внушают, понимаешь? Можно идти в Россию воевать, потому что ядерного оружия нет. Уже его никто не видел. А, блядь, несет, пацана.